Сегодня 2 ноября 2022 года. И рядом он там хотел заснять большие здания. И луна взошла, такая, как половинка. До того интересно. Как будто лампочка какая сбоку приделана к дому. А это никак. Это луна. Сейчас я покажу, что она отойдет. Дальше я отойду маленько. Вот она, видно, отшатнулась. Ну, а там бригантина. Большие здания. Тут 21, кажется, этаж. Вот так. Наша елка. Не совсем стемнялась-то. Вот храм, где приезжали люди сегодня. Привезли календари. Ну, а это наша. Здесь все покажу. Это сосед живет тут. Все. Качели. Это из-за луны вышел специально. Кусты. Вот дом разламывают. Ломают. Это у нас вот окошки. Вот 3 окна, а это пенопластом закрыли. Ой, крышу еще видать, еще не совсем. У соседа там труба. Вот так, это у соседа светятся окошки. С этой стороны. А там он, вон там блестяще сделано. О как. Барнаул красивый город. Очень даже красивый. Сейчас я покажу, как там новое пристроили к этому. А у того сделали по краям, как пояса такие. Из этих, ну, светящиеся. Вон они где. 3 пояса. Вот пояс, второй, третий. Вообще удивительно. Это у нас сделали новый ящик почтовый. Соседи, вот эти дома. А на тех как опоясания такие. О, и хорошо главное видать. Ну и луна, я тут подошел на несколько шагов поближе. Это у нас вот, может быть, даже написано, видно будет. Да нет, идите и проповедуйте Евангелие. И тут ходили и благовествовали. Между ними крест. Вот. Рядом тоже большой дом. Ветеринарный какой-то пункт. Да ты пришел, а? Да кто же тут пришел, а? Это еще одна тут котик такой. Вот он где. За мной пришел. Ага, не давался в руки. А тут сейчас ничего. Я его даже глажу. Вот он как. Дикой такой. А сейчас ходит, где у нас мука. Вон там. Здесь. Пока. О! Елка хороша у нас. А это вверху. Голубь. Вот так это голубям садится. Здесь и здесь. Вот. Дом разламывают. Были бы хорошие у нас, ну, человека 4 свободных-то. Мы бы наняли 2-этажный дом разломать. Тут было бы и дров, и всего у нас. Ну, это не просто так. Вот так. Ну, а тут еще близко можно показать элеватор. Вон там, видать, элеватор. Если ночью самолет летит, он должен облететь его. Ну, тут соседи какие-то далеко тут живут. Ну, что-то связано с обью. Оптом какой-то. Скворцов нету, скворечников есть, налепило, а нету.
Ну что, подхожу к дому. Вот кошка, все не окатилось. Мы можем прочитать 2 ноября. Во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 29. Все, заснял. Что засняли? Кошку захвати маленькая, еще одну. Луну засняли? А? Луну засняли? Да, заснял, красиво. Он опять продолжает по долготерпение. Мы я на нем подошел, не будем как раньше, поближе к Луне. На прошлых стихах мы хорошо разобрали. Поближе а здесь к Луне, я предлагаю 12 шагов. Пообсуждать нам клятву. Заметно, нет. Видите? Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, не хватало еще. Пример для страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы уважаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен,